Спортивный танец или зрелищный вид спорта. Черлидинг уверенными шагами завоевал популярность в Бердске. И теперь уже берчане прославляются своими достижениями. На днях бердские черлидеры вернулись с очередных соревнований. Наша съемочная группа встретила победителей. Бердская команда черлидеров «Пчелы» вернулась с открытого чемпионата Красноярского края по чирспорту. На перроне детей с нетерпением встречала самая преданная группа поддержки – родители. Мы лучшую команду ожидаем. Пчелы! 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 Наши золотые медальки едут к нам, долгожданные наши детки. Как мы по ним соскучились, как мы за них все болели. У нас очень-очень сильная команда болельщиков уехала с ними. Несколько родителей остались дома, чтобы сегодня организовать вот такую встречу замечательную. Около 300 участниц из Красноярска, Омска и Абакана составили серьезную конкуренцию юным берчанкам. Младшая возрастная группа одержала абсолютную победу по всем номинациям и принесла в копилку команды 4 золотые медали. Мы были в команде «Пчелы», выступали по хип-хопу и по хип-хоп-двойкам. Заняли первые и вторые места, третьих у нас мест нету. Юниор Дарья Шубина с гордостью демонстрирует свои награды. Вот эта медаль за шоу, мы заняли первое место. Вот эта медаль за чир-двойку, фристайл. Вот здесь это за чир, и вот это за станты. И ты во всех дисциплинах участвовала, да? По словам руководителя команды Светланы Заремба, 15 мая группе юниоров в торжественной обстановке присвоят спортивные разряды. Девочки продолжат тренироваться и готовиться к покорению спортивного олимпа.